время атаковать. Ты задумался, что атаковать надо? Ты да. Тайминг. Хуйня Илюхи действует на 4 хекса. Я уже померил. Ты можешь завалить такие вот работы, потому что на этом 5. Павел, ему не надо их убивать. Мне запугать их. Это же блеф. Хотя, если ты одного убьешь, будет неплохо. Ну, типа, показательная. Да, показательная казнь, бать. Что мне нужно будет сделать, чтобы его убить? Прижечь, наверное, просто. Не, ну, типа, сколько артефакт дамажит и сколько пробросить надо? Всё. Ну, это, Павел, ты пойми, что это артефакт почти что... Я просто хочу... То, что второй уровень удачи... Показывает, что это, ну, как минимум мификал, то, что третья — это вышка. Ну, наносишь 15 дамага, короче. Это статист, ты его убьешь, мгновенно. 15 дамага. Статиста 10 хп. У этого 15, и у этого 3 пацанов 15. Вот. Короче, у милишников 15, да? Милишников 15, у лучников 10. И у меня 15 урона. А что мне нужно пробросить, ну, сколько, чтобы по нему попасть? Удачу кидай, вся. 7. 3 значения. 5, 6, 8. Кидай. Да ты его убиваешь, так ты, ну... Ну ты его не убиваешь. Зато запуганный. Ну, и он такой, еба, что за хуйня? Я говорю, вот вы вот не верили, а я говорю чистую правду. Уёбки. Они такие, ну-ка, Михась, стрельни-ка в ту сторону. А я не смог его найти, а я слишком хорошо скрывается. Мне в ту сторону стрельнуть, знаете. Ну, даже если так. Главное, чтобы... А я уворачиваться могу, в принципе же. Я с грязью сливаюсь и маскируюсь, и просто катаюсь в грязи. Ну, это-то да. Так что, чтоб... Кстати, а окей, время дня и ночи какое? Да, день же. Яку сейчас. А, ну ладно. А вечер тогда. Ну, какой? Поздний день. 5:30 вечер. Поздний день, вот так вот. Поздний день. Лайт дэй. Не до вечера. Не до вечера, не до день. Да, нормально. Передень. Да, не чтобы до вечера, передень. В Илюху попал, чтобы ты лучник попал именно в Илюху, без уворотов, это ему надо выкинуть от 15 и выше, блядь. 16. Единичка. Я убиваю своего. Не он стреляет. Мне даже ворочаться не надо. Попадая в это голопоцика. О, да. Этого поцику просто пхэд нанесло столько урона, сколько нанесся этого. Столько наносит лук. Сколько наносит лук? 10. Нет. А, сука, подгляди. Ну, блядь, я же вижу эти хуйни. Ну ладно. Кстати, а ну-ка попробуй кликни. Ну, мы все равно видите полоску сверху. Да, вы видите полоски, это вам достаточно. Они такие, блядь, Михась, ты хуевенький, сорян. Ёптвою мать, дал он ебаный. Ну похуй, все равно эта хуйня в трейлер не стреляет, пошли пиздить, это уёбка. В смысле трейлер не стреляет? Ну откуда они, блядь, знают, что это? Ну, на второй раз не ёбнуло. Мы сами, блядь, не знаем, стреляли нет второй раз. Подпустим поближе. Если вы выстрелите в одну линию, то, по идее, можно будет сорвать тогда сразу ультракил. Типа... Ну, это два чуете какую-то вонь, и они такие, фу. Так, подожди, надо... Они разве не должны дистанцироваться от вони? Всё, подожди, нет. Не, это воняет, блядь, обходить. Так-то да, они ходят на 3 хекса, да? Значит, они стараются как можно правее, блядь, из вони. Так, а ты сюда. Ну, уходят и... Сука, идеально, нахуй. Не воняй, меня обходят. Так, а когда я вылажу, я провоцирую, но при этом продолжаю понять. Это сюда, это нормально. Бей, баланс. Так, на 3 хекса сказать, да? Да. Так. Ну это ничего не чуя, он подходит ближе. Но потом опять что-то... Он такой, фу, блядь, говно шманить, пиздец. Так, это подходит... О, блядь, Колян, здорово. Дурс Антон. А, ну Антон. Ты видишь, ты попадаешь по его этому... Ты зацепливаешь гексы раз, вот этого поцика. И вот этого поцика. Ты по им можешь ударить, но с 50% шансов... Ну, 50% шанс урезается, короче. Это типа зона атаки его? Да. А лучники что, подходят, не подходят? Дальность у Илюхи 4 хекса, да? Ну это лучник подошел. И... У Илюхи дальность 4 хекса. А второй хекса. Он же в воне стоит. У Илюхи дальность 4 хекса, да? Где тут была линейка? Ну, линейки нет. Вот она. Ну вот, дальность этого лучника вот ты видишь. Нет, это... Не, вот того. Нет.
у тебя шестиугольник в любом направлении. Просто. Вот снап ту центр. У Илюхи 4 рейндж, да? Show to others. Пока сделай, что мне. Что? Snap to center, show to others. Сделай мне. Center. Линейку. Show to others. Сделай. Она сделана. Show to others у меня же есть. Ты видишь эту красную хуйню? Да. Ну-ка ты делай теперь. О, все нормально. Илюхи 4 хекса, да? Действуй... Не, подожди. Сколько рейндж? Сколько вольт? Не, 4, 4 хекса. 4. 4 хекса. Значит... Одного цепляю. Четырюха может смени нахуй. А это значит, что я... Илюха перекатывается. Пиздец удачливый. Я кумный хлопец, я... Вы на 3 хекса тоже ходите. Так, 3 хекса, я... 3 хекса. Ты можешь уйти в сторону Илюхи. Я так и сделаю. Сюда? Перемещай. Всё, надо, да? Чтобы мы подошли как можно ближе, тогда Илюху и хекс. А Илюха может свои 4 хекса разрейнджевать, типа, знаешь, провести, но за счет шорт-рейнджа. Как огнеметчик в кинчиках. Не. Я понял. Стена огня. Не, скорее всего, он просто сильно отдачишь, чтобы... Силы не хватит, чтобы развернуть, пока он дудит. Ты можешь вот так вот... Можно толкнуть тебе против гравитации. Ты можешь вот так вот, но вот так вот, это очень сложно тебе, Илюха. А, это надо тогда дабл мув. Типа мощная дача. В боке? Я бы смог сделать, что так, Колян, силы. В следующем ходе ты не ходишь. Кстати, я понимаю, я перебираю. Так, Илюха, ты шо, шо ты делаешь, вот скажи. Да, сейчас я, не бандит. Да, сейчас ты. Бандиты на 3 хекса, да? Да, и ты тоже. Ну, я думаю, сейчас пока нет смысла вскрываться. Да. Ну, блядь, посижу в стелсе еще. Повыезжаю. Ок. И заодно проверю, есть заряд в этой пуколке или нет. Ну, осталось 2 пятнадцатых. Угу. Еще 3, значит, еще 2 юза, как минимум. Да. Но если только недолго времени подходит. Угу. Типа полыхнуть. Ну, 2 атаки, короче. Ну, 2 да. По 15. Надо, чтобы мы встали длинными. Это такие пацаны. Фу, блядь. Шманить, ну, сука, ладно. А если мы быть рядом, не загорятся друг от друга? Так. У меня еще такой вопрос. У меня же, получается, 4 мува за ход. Ход. И они не стакаются. Не, ну типа... Если подождать. Я могу сделать... Mm-hmm. Два раза полыхнуть, там два раза ударить. Да. Да? Чего нет? Подожди, блядь. Ну, вот, радиусской атаки произошел тогда. Ну ты можешь... А, бля, Павел знает, что мы хотим делать, поэтому не строй их в линию. Он как бы их в кучку строит, если что. Да. Вот этой можно приблизиться. Но зачем ему обходить сбоку, если я действительно спец, Павел? Подумай об этом. О, пацаны, запиздите его сами, короче. Я отойду. А, это главарь, да? Да. Ну, как цикло получается? Так, блядь, ну, по делу нет, но ты можешь сказать, что фу, цикло. А я могу сказать? Можешь, но... А это считается за действие? Нет. А, я говорю. Ну... Фу, сцекло, твоя мощь любэ, я знаю, что сцит, но ты хуже всех. О, да мне похуй вообще, абсолютно. Так, о! You don't impress me. Ты же даже лучник подошел, ебать. Ну, ради Sony. А им какой-то это дебаф делает? Вонь? Да. Ну, типа, блядь. Есть глаза, ебать. Да, глаза слезятся или что-то типа того, блядь, меткость понижает. Понижаю меткость. Так, ну шо. Да, Коля пропускает свой ход, Илюха, ходи. Ну это жечь. Я... Только кого? Да, я думал попытаться... Становишься вот сюда и жжешь в этом направлении. Изи килл. Или становишься сюда и жжешь вот так вот. Три килл. Трипл килл. На самом деле, можно, Павел, я тебе сейчас покажу. Я становлюсь вот сюда. Куда? Вот зажми, здесь, зажми левую Илюха клавишу. Погляди, как Илюха может, вот так, а потом еще вот, ну, а потом еще вот так. Сразу, да? Я делаю веселее, я становлюсь вот сюда. Да, вот сюда? Да. Подожди. Переползаю, там перебираюсь. Это одно действие, так? Да. Направляю и жарю этих двоих в линию, которые друг за сейчас другом. Сейчас покажу. Перед Коляном. Вот так. Да. Угу. Этих двоих. Нормально. Так, выбирай
значение. Я выбираю значение. Будь здоров, 17. Три значения, Илья. 1, 2, 3. Жги. Ты по двоим. Тебе не надо два раза кидать. Ну, двоим жало 15 поем. Все, они трупаки, короче. Я говорю, еще одно действие сжиг. Пробую сжечь еще. Подожди, это еще два действия у тебя. Стой, да. Я... Можно я сейчас говорю? Сдавайтесь, пока у вас есть своя возможность. Мой дракон передвигается скрипнее, чем крыса. Типа быстрее, чем заяц. И бесшумнее, чем кот. Вам никогда не победить меня на моем же поле. А мое поле весь мир. Бля, неплохо. И тебе в ответ. Сука, хоть и тебе дракон, но он так шманит. Бля, кидай значение, Куна. Сейчас, у тебя значение 6. Мое? Три значения выбирай. У Коли или у меня? У Коли. 1, 2, 3 я выберу. Ну все, и они, короче, говорят, блядь, сука. Мужики двух человек убили. Надо один заряд оставить, козырный. Может батарейки. Бля. На рубозик, примерно. Там же ресурсы есть и вся хуйня. Или, не дай бог, во мне. В ушах. Ладно. Или в тебе. Не знаю, как они там оказались. Но все возможно. Fucking magic. Люди ожидаются с батарейками внутри. Батарейки на самом деле это камни в почках, а так как ты алкаш, их у тебя дохерища. Нормально. Не слаживать оружие. Да, не говорить. Бля, пацан. Ну я прохожу их, связываю, как бы. Умный ход. Ну ты связал. Отбираю оружие, да? У меня есть меч, так? Где же всё, я вообще все отбираю. Я же орденец, да? Не, тебе не было нихуя, ты с рукописью все. А так у меня как бы была ты броня. Ты почему пробух? А броня была? Бронь была, чё, где оружие, ёбаный. Оружие там, хоть меч. Потому что я... Долбоёб. А его там забыл, да. Я забыл. Ну, короче, теперь у меня есть плюс лук и плюс меч. Mm-hmm. С колчаном. Я выдаю своему... Ну, как бы я их уже связал, к дереву привязал. Сейчас даже покажу, какому. У меня меч, наверное. Вот, сейчас... Нажми левую клавишу, выбери мышь только. Мышь? Типа курсор, да? Да. Это мув. Нажми просто. Просто зажми. Может, shift плюс? Нет, зажимаю. Выбираешь мышь, Select Move, и просто зажимаешь на... Вот тут. Связываю около этого дерева, оно большое как раз. Ну, сейчас надо передвинуть нас. Я вот себя передвигаю. Ну, я скрутил их всех, так? Угу. Следовательно, у нас есть по мячу и по луку с колчаном. Я вот даю своему, говорю, сержант, ваш меч... Подожди, ваш... ты глазаем завязываешь? Так. Всё типа не раскрыть. Хотя... А мы их все равно порежем. Да, потом, это поебать. Иные типа, завязывать или нет. Да. Ну типа, вас наебали, ебать вы локи. Сука. Это рил, сука, просто. Я говорю, протеже, типа, говорю, сержант, отбирайте трупы, доверяю вам такую почетную должность. Я а пока... можно их помучить? Говорю, вы живых возле дерева. И вы должны узнать, где босс. Тогда лутингом займусь я. Хорошо, я завоняю их. Блять. Я подхожу к обгорелым трупам, шарю по карманам в поисках того, что не сгорело. Это могли быть деньги, это могла быть кольчуга. Или магические батарейки еще тоже могли быть. Но их там не было. Я почему-то больше, чем у меня. Что я нахожу у этих парней? Расплавленный кусок железа и обугленное мясо. Ну, там могло быть хотя бы, даже если были там копейки, они могли поплавиться, ну, хотя бы в драгметалл. Так они поплавились. Ну, я беру, да. А, нет, пока не беру. Я примечаю, потом подожду, пока она остынет, и заберу. Да мог так, блядь, брать. Продумано. Что-то дохуя тебе продумано для такого интеллекта. А всего лишь минус один, Павел. Ну, ладно. Я умнее большинства окружающих меня людей. Ну ладно. И так невзначай на меня. Здорово. Сержант. Так, ну сержанты, вы должны знать, где босс. Я... Или хуй знает, никто не выдержал в Гавоне. И они сказали, блядь, вон там вот за дерево проходишь, обходишь кругом дерево, еще раз кругом уходишь, и там будет босс. Я говорю. Чего, блядь? Сколько вас тут? Да, ого, наш человек 5. Вы пытаетесь меня наебать, то, что у вас тут 6. С трупами.
Кидай на эту удачу. Их четверо, еще два трупа, тут, блядь, проверять нехуй. Наебуть ли они тебе, Коля, кидай. Ну, 1, 2, 3. 3. Ты меня наебали. Ты заебись. А я решаю чекнуть. А ты, Илюха, ванишь. Ты Илюха заеб... математик, давай. Илюхе меньше, меньше интеллект. Ну, пускай попробую. Ну, вдруг. Так, Илюха, давай, 8. Тоже 3 значения? Да. С 18 по 20. Угу, кидай. Сука! Мы не поняли. Вам заебись. Я говорю. Похоже, это правда. Рядовой. Нет. Говорю, сержант. Сержант. Надо проверить, что у них в карманах. Я отбираю половину, и вы обираете половину. Да, выскиваю. Я выскиваю главаря и лучника, который рядом. Ну, ты нашел там гроши, лук? Не. Ну, это мы уже забрали. Типа, оружие мы... Ну, оружие из земли подобрали, мы же его положили на землю. Когда сдавались. Ну, гроши, стрелы там. А нахожу какие-нибудь документы? Да не, нихуя. Бандюки. Не, ну, вообще ничего. Ни опознавательных знаков, то есть ни амулеты, ни колец, нихуя. Не, ничего. А... Какие у них сапоги? Качественные? Ну да, шмотки у них как-то отличаются от обычных. Ну, лучше, чем у ваших этих солдат. И лучше, чем у сержанта. Хуже, чем у тебя. Блядь, Илюха голый ходит. Ну так он может одеть льняную ткань. По крайней мере, я могу его одеть, что люди не будут его... Не, Илюха не будет одевать, он его есть сестро. Сапоги. Его есть сестро, он не одевает нихуя. Сапоги. Ничего... Сапоги-то не одежда, сапоги-то стиль жизни. И он ничего не одевает. Даже кот сапоги одевал. Ну кот против естества, и он шапку даже не одевал. У Илюхи естество позволяет носить хотя бы тканевую одежду. Нет. Да. Она не позволяет нихуя носить. Не лучше, чем тканевая. А, сука. Буквистый, бать. А, нет, это просто написано. Ну ладно. Так что? Но это кожаная, это не тканевая, поэтому соси и хуй. Сосать. Их кожаные доспехи, если что. Короче, снимаем доспехи, как я понимаю. Так. Говорю, ну, если больше у вас тут нет больше разбойников... Это не так? Это, конечно, так. Да мы вас убиваем. Может, в орден примешь хочешь? Я говорю, а вы не горите желанием, вы сказали мне, я хочу вступить в орден. Вы горите хотели, пошли вы нахуй. Типа, да, и вы не верили в магическую силу ордена пива. Ордена сияющего. Ордена сияющего пива. Ты нахера дитаться ты бегаешь? Мы их убиваем. Так, молодцы. Я хочу убить кого-нибудь в огне. Нет, это слишком долго. Короче, даем... Ну почему же, я просто стоял и дышал ему в нос. Типа как это в Гриппинах было, когда у Питера там какая-то херня с зубом. Ну там то ли кариес, то ли что-то. Ну, короче, он там гнил. Короче, выдаю рядовому рюкзак, набитый пожитками данных разбойников. И там, короче... Сержанту. Угу. Сержанту. Там, короче, Мэг выпрыгивает из машины, блядь, Питер, типа, вместо искусственного дыхания рот в рот, искусственное дыхание рот в нос. И это, блядь, дрыгаться начинает, сука. Вот. Ты, по-моему, напиши хоть немного каких-то мултецких мы сняли, что ну, потенциально я потом могу продать эту хуйню. Еврейская кровь дает тебе знать. Ты понимаешь, что ты не задержишься настолько, чтобы мне приходились эти деньги, ну? Да-да-да. Ну, мы идем к месту, там, где потенциально должен быть босс. Подожди, как вы идете? Как мы идем? Подходите к дереву необходимому, так? Так. Что вы делаете? Обходим с одной стороны. Так, что делать потом? Обходим с другой. Неправильно. Ну, мы обходим как надо. Нет, ты уже сказать, как обхожу с одной стороны. Так, обошел. Потом снова с этой стороны. О, ты нашел. А босс. Там должен быть конь. То что? Коня съели. Как-то съели. Там труп коня, такие на версии. Тебе заебись. Там есть пиво? Нет, вот пива нема. Что в обозе? В обозе... Деньги, ну как бы да. Да, сундуки с оленами. А есть сундуки с магическими артефактами? Не, надо, Илюха, нет, остановись, нет. И сундуки... 30 секунд. Нет.
и сундуки с батарейками. Я говорю, сержант, я награждаю вас за успешную операцию батарейками. Батарейки, подходящие к моей палке? Нет, это да. Широкие и большие, а тут узкие и длинные. Я говорю, мы... Сука, может, не надо было ляпать это? Все, кстати. Ты бы не вспомнил, сука. Кстати. А мы, возможно, сможем переходник сделать. Какой-нибудь магической хуйне. Блядь. А, ебать. Еще сосан. Мы можем из сплавленного металла сделать переходник, ебать. Они тоньше. И здесь просто составляется цепь, они, ну, просто плотно стоять будут. Мы просто бумаги туда напрем, чтобы они не шатались, и все как бы. Ну да, ну заряда меньше будет, но зато просто... Ну у нас целый сундук батареек, мы вообще поебать. Ты связался с технарем. Там было 5 косарей, да? Но на это гроши ты... Вот если ты хочешь построить таверну, тебе надо... Батарейки 25 косарей в убоде. Да, но это вот 5... деньгами, остальное вещами. И вот сундук с батарейками — это 25 косарей. Это 20 косарей. 20 косарей. Ну, то пол сундука мы, как бы, реквестируем на бравое дело. Так. А пол сундука мы оставляем. Если что, всегда можно сказать, что тебя пидоры украли. Не пол, но это чересчур дохера. Навряд ли спихнешь. Где-то под четверть. И на коня уже успели съесть, ебать. Ну, блядь, а куда им батарейки-то? Не успели съесть коня. Мы туда питаемся конем. 1/5 где-то сундука. Не, ладно, 1/5. 20% это норм. А сколько сундуков таких батареек примерно? Нам хватит даже до конца сессии. Ну, ладно, нормально. 20%. И это они там где-нибудь раскидали. Это, получается, у нас остается, если мы 20% забрали. 20, то есть 20к, это 5 деньгами и 15 батарейками. 25к. Так, 5 деньгами и 20 батарейками. Мы из батареек берем 20%. А никто не знает, что мы взяли. А, может, в сундуке там столько и себе, было. Я сам себе наебал. Да. 20, еще колен, 20. У нас 16 тысяч, у нас 21 получается. Я 1000 батарейками чуть ли не въебал. Математика. 20% делим на 5. Это 40. Что, блядь? Что ты считаешь? Я посчитал, сколько стоимость 1/5 сундука с батарейками. 1/5? 20 тысяч на 5. Это 4. Ну, 4 тысячи. 4 тысячи. Ну, значит, 21 у нас с ресурсами и деньгами. И остальное мы реквестируем батарейки. Чё, 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5, 20 тысяч плюс батарейки. Я свои деньги не считаю. Наши деньги я Он только босс берет. Подожди, 5 плюс 5? 10 тысяч. Пятерка деньгами и еще 16 батареями. 21. А там уже десятка есть. Получается, нам надо надыбать 4 косаря. Нет, там пацаны уже, а там 10 тысяч уже парни сами внесут. 10 тысяч парни сами внесут. 5 вам доесть. А, там всего 25. Да. А 5 нам дал комендант. У нас, извините меня, 15, 20. 25 из-за боза. 20 тысяч просить. 10 вкинутся и из алкашня. И еще 5 капитан. Получается 40к. При этом минус 4 это те, которые мы взяли батарейки. Я спрашиваю. 36к. А сколько вы устали, сержант? Почему тебе заставить вытащить повозку? Очень устал. Я заебал тебя лежать в земле. Я говорю. В земле, ебать. Ну, так как я вижу, что ты парень не очень силен, значит, первую часть дороги пронесу я, а дальше привезешь ты. Большую часть дороги. Потому что мне кажется. Нет. Мне кажется, на нас могут сделать налет другие разбойники. И это будет не очень приятно. Тогда накидай им грязи в повозку, и я в ней спрячусь. Не, мы не настолько его чистым, мы еще тащить эту повозку. Не, ну хотя бы замотать как-то, чтобы меня не было. Ну, а повозка так грязная. А ты спрячься с сундуками. Колян впирается в повозку. Хотя бы сундуки тогда обмазать всем этим говном, чтобы я не заметнее был.
Илюха ложится в телегу. Когда начинает тащить повозку, я чую, что из коня кто-то вылазит. Из коня вылез другой мужик. Сука, побу. Да. На горячем вертеле, блядь. Сука. Из коня вылез мужик. Охуели. Чё-то, блядь, снаружи хуёво прожарилось. Проверю, кого внутри, блядь. Да нет, просто холодно было. И он вылез, короче. Илюха невидимый, спрятался с сундуками. Вылез, короче. И ёбнулся, может, и писёр. Сгорел. На работе. И Колян сходил его проверить. Надо пойти проверить. Я проверяю. Что его карман? На карманах бумажка такая, сложенная. Раскрываю. Блядь, опасно! Ты сказал, раскрываешь, сука. Ну я не тру, я просто раскрываю. То есть уже были такие прецеденты. А, извините, он наклейка с Несвиком, может быть, это хуйня. Да. Не, так ее же потереть надо. Куда именно? Я просто... Так а как ты потрешь, когда ты ее только раскрываешь, расправляешь? Ты открыл, да? Что я вижу? Ну, видишь надпись. На... Я не читаю. Не читаю надпись. Сука! Контра! Всех бубов! Не читаю надпись. Я, кажется, знаю, что написано. Что ты делаешь с бумажкой? То би пизда, да? Я слаживаю аккуратно. И сжигаешь? Не, ложу в карман. Обратно тому мужику. Не, себе. Ты заметил, что там вот надпись, и под надписью, типа, изображение рисунка Несквика, типа. Мне кажется, что там написано, кто прочитал, тот сдохнет. Бля, может быть, лучше избавиться от этого еретического послания? Окей. Я спрашиваю, сержант? Сержант, ты же не знаешь, что там написано. Я спрашиваю, сержант, теперь эту тайну? Сержант, понимаешь, что я имею в виду или нет? Это ссылка на «Властелин колец». Что? Там, где теперь эту тайну может поведать только огонь. Не, я как бы, ну, лежал хоть и в стелте, но я же обратил внимание, что он выпал. Ты пошел его проверять, когда он сгорел, да? И же это мне не понравились твои мовы. Я хочу проверить, блядь! Что-то это подозрительно чересчур развернул, блядь, назад скомкал и запихнул, блядь. Я сжигаю, лучше не стоит. Не стоит шутить с Несквиком. Не стоит. Все правильно. Ты сжег? Там инсулярный огонь. Синим огнем стрел. 5-метровый столб синего огня в небо. Шикарно. А что еще в карманах? Ну все. Я думаю, что ты, наверное, ты картинка делала, кстати. Телепортация хуевая. Или, к примеру, невероятная неудача, потому что я напал в костром вагоне. Ну, костром вагоне. Нихуя себе. Этого больше не узнаю. Не узнаю. Заготовительный костер. Ты просто берешь его с собой на природу, зажигаешь спичку, держишь ее, кидаешь его в огонь, и он загорается. Берешь огонь спички, то кидаешь костер, и материализуется костер. Нет, так просто держишь, он пролетает через огонь и уже горящим падает на землю. Бля, не знаю, что даже круче. Ну, короче, отправляемся домой. Ну, вы отправились домой, все нормально. Построили таверну, все. Как таверну назовете? Сказали, ну, называйте таверну. Кто назовет таверну, я назову. Давай. Мы назовем вонючий сержант. Нет. Мы назовем подземный дракон. Невидимая вонь. Вонючий дракон. Вонючий дракон даже неплохо, если честно. Зловонный дракон. Зловонный дракон, заебись. Да. Ну, открыли таверну, чего? Заебись. Миссия выполнена, где мой? А где вторая? Миссион комплект. Неплохо. Миссион комплект. Мне даже кажется, возможно, из этого блица могла бы получиться компания. Это Петька и Василий Иванович. Надо только, это, баба-пулемётчица, но у нас бабы не может быть, потому что это бы Витя поебал. Ну хотя, если у нас будет походная пол... Она от тебя пулемётом отгораживается, сука. Только подойди, блядь, не подходи ко мне. Мы можем купить походную кухню. Да, бабу можно мне перевозить с собой. С продажи с таверны. Да, походная кухня, там будет баба, а мы будем подходить, нам кормить нас целебными пирожками. Да, заебись. Охуенно. Бля, получилось довольно неплохо. Боже. Теперь вот скажи, я бы умер, да? Ну да, это же там написано, кто почитал, тот сдохнет.
Ну да что ты там код таким с ебалом этим? То, что наклейка, типа, несколько, она магическая, да, это там, типа, изображение, типа. Как руна. Кролика несколько там код. А, так типа, а я мог там написать все что угодно и приклеить несколько фигней бы заработало тогда? И наносишь магическую руну несколько, она типа работает. Типа пишешь просто несквик. Не, изображение это... Кролика? Кролика, да. А что она там сработала, когда там код нарисован? Там кролик был нарисован. Это я просто, ну, как бы, по мемам, там, 100% года, там код такие с охуевшим ебаном. Ты видел? Ну, вряд ли. Что? Не, я его просто в мимисах других видел. Там, типа, когда это триггер, или по такому плану, и там проебал чей-то... Раздуло. Блэд. Так, что такие делаем?